Анскуланин фигово не посоветую. А если у вас есть животные, хомяки, собаки, кошки, вы самый одинокий пердёж с этим айфоном долбаным. Все здорово и все классно, как всегда. Вот. В 2002 году такого подавно не было. Вот. И читаем хомякам, значит, всяким... Читайте младшей сестре. Ну, лучше, конечно, собачонушу, ребята. Да, если вы чувствуете тоже, что-то такое с вами происходит нереально. Всем привет! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Анскуланин. Я, конечно, понимаю, что вы, возможно, сейчас в салатах сидите и празднуете, в принципе, замечательные праздники в России. Но, ребята, финский по расписанию выходит, поэтому, ребята... Включаем Анскуланин видео и учимся новым фишечкам. Прямо с салатиком вместе. У-у-у, какие классные расклады. В общем, ребята, о чем сегодня хотела поговорить? Как учить финский читая? Есть у меня уже такое видео на канале, но оно уже было достаточно давно, и я решила переписать его заново. Ребят, ни для кого не секрет, что чтение – это отличный способ пополнить свой словарный запас, потому что... Все мы понимаем, что, конечно, можно говорить тяп-ляп и очень такими простыми структурами, вот, но в какой-то момент это наскучивает, и вот реально хочется уже какого-то прогресса. Ребята, для этого я, конечно же, рекомендую читать книги, ну или другой вариант, конечно же, слушать. По статистике исследований 80% людей запоминают визуально информацию. Поэтому, например, читая именно глазами, вы намного вероятнее запомните какие-то слова. Однако некоторые люди все-таки воспринимают больше на слух информацию. И как раз для этого можно слушать аудиокниги. Я не просто так вам рассказываю сегодня о одном инструменте, который называется NextStory. Я сама им пользуюсь. И... В принципе, хотела бы немножко вам о нем рассказать, потому что это один из инструментов, как можно было бы учить финский язык. Давайте я сначала покажу, как это приложение выглядит. Я, конечно же, поставлю тут на запись все, если у меня, конечно, получится. Как всегда, все через задницу. С этим айфоном долбаным. Смотрите, ребята, вот получается вот такое вот приложение у меня. Вот, и... Вы знаете, я стала намного больше книг читать вместе с ним, потому что часть я читаю глазами, потому что, например, такой литературы нет в аудиоформате, а часть я слушаю. Вот, и я сейчас сначала расскажу, как, что я здесь именно конкретно я читаю, да, потому что мне интересна моя литература с моей вот сферой, да, где я работаю, мне интересен дизайн, вот, и все такое, и вот сейчас покажу, что у меня. Вот у меня есть Oma Kirjas, что означает «моя библиотека», да? Вот, у меня здесь таким вот по категориям. У меня Design Thinking Handbook. Почему? Во-первых, я на английский сейчас очень хорошо... Во-первых, я сейчас английский учу. Все, кто пропустил, я сейчас учусь на магистратуре, на английском языке, а также я работаю на английском языке, это мой main language, как говорится. Вот, и, в принципе, как бы, понятное дело, что я справляюсь, но это мало. То есть хочется реально вот, чтобы знать больше структур, чтобы более сложные предложения составлять и так далее. Вот, поэтому я вот слушаю сейчас всякие книжки, например, Design Thinking Handbook, вот. Потом Design Like Apple, 7 Principles for Creating Insanely Great Products. Потом Geeky Pedagogy, потому что я в образовании также работаю, и мне нужно развивать, в общем-то, всякие педагогические фишки. A Guide for Intellectuals, Introverts and Nerds. Дальше следующая книга, она на финском языке, и она называется Uuvuksissa, что по-другому можно сказать burnout. Kirja sinulle, joka tahdot voimasi takaisin. Ребята, если вы чувствуете тоже, что-то такое с вами происходит нереальное, выгорание какое-то, вот, пожалуйста. Liity esimerkiksi. Упс. Вот, посмотрите, я уже половину, да, прослушала? Нет, не половину. Ну, в общем, смотрите. Опа, вот. Кстати, классная картинка, да, у Вуксиса. Что еще, ребята? Здесь есть классный такой мод, что можно на скорость поставить, да, например. Вот,
от 0,5 до 2 можно ускорить, то есть если вам реально, ну, быстрее любите слушать. Вот, потом можно поставить кирьянмерки, что по-фински означает закладочка. Вот, потом можно night mode поставить, то есть как бы аястин, чтобы оно выключилось вовремя. Вот, потом я читаю teaching design, virtual set, umbrage, tunnel, look, косы. В общем, вот такие вот фишечки себе тут набрала на свою полку библиотечную. Вот, что я вам советую. Значит, что здесь можно делать? Здесь есть лею да кирья. Значит, мита галосит луке. Можно по категориям искать, да? Например, выбираем категории. Я, например, хочу детские книги. Ребята, почему детские книги? Ну вот, если вы думаете, что ваш финский просто очень отстойный, и вообще вот не расстраивайтесь, ребята, вы можете выбрать детскую книгу для дошкольного возраста, и вообще нифига не парьтесь по этому поводу. В этом нет ничего зазорного, лучше так, чем вообще ничего. Переехав в Финляндию, я именно и детские книжки читала, таким образом я накапливала словарный запас, ребята. Вот, такую книжку Кристо Раппе я читала, ее тоже здесь можно найти. Я здесь, кстати, Norad, я young adult, то есть, что значит для тинейджеров, например, литература. Вот, потом есть books in English, это как раз для меня, ребята. Вот. Элементапая харрастуксет, это как раз вот если вам нравится по хобби, да, разных. Вот, и... А вот ластенкерет, кстати, нашла, наконец-то. Ребята, значит, куча всего здесь есть. Сейчас я вам покажу. Есть Risto Rappaja. То, что я вам проговорила, да? Дальше. Так, это... О май гад, ребята, вы просто не поверите, какие в Финляндии книжки. Майерман Юксинайсин Пьеру. Класс. Самый одинокий пердеж. Как здорово, ребята. Все, идем скорее читать эту книгу. Risto Rappaja. Обожаю. Супер, мне очень нравилось. Вот он, Risto Rappaja, пожалуйста. Я именно по нему учила финский язык. Переводила, блин, сначала каждое слово, потом все меньше и меньше. И самый прикол, что когда я была маленькая, ну как маленькая, когда мы переехали в Финляндию, тогда не было еще таких дигитальных словарей, и поэтому я все переводила просто по... Да, ребята, у меня был такой вот мануальный словарик в виде книжки со страницами. И я вот так вот листала эти страницы и искала слова, поэтому, ребята, у вас просто офигительная ситуация сейчас. Вы все спокойно можете сделать, загуглить слово, остановить, переслушать и так далее. Вот, и вы можете и в путешествии читать, потому что все в телефоне, как бы, да. Вот, и, ребят, я просто и мечтать не могла о таком чудо-технике, то, что сейчас у вас есть в наличии. В 2002 году такого подавно не было. Вот, и я вот реально очень рада, что у вас есть такие возможности. Например, вчера писала картину, на заказ, кстати, вот, и одновременно слушала как раз вот эту книгу Увуксиса, поэтому, ребята, вы можете что-то делать другое, вы можете сходить на прогулку и так далее. В общем, ребята, я вам все тут показала, вы можете детские книги выбирать, пожалуйста. В общем, ребята, значит, как можно подключиться к этому сервису, Nextory? Ребята, Анскуланин фигового не посоветует. Я думаю, что вы уже заметили, что на моем канале крайне мало рекламы, ее, можно сказать, практически нет. И поэтому, чтобы Анскуланин рекламировала какую-то хрень на своем канале, такого просто не может быть и не бывает никогда, поэтому... Nextory это действительно то, что я сама использую и советую вам. В общем-то, смотрите, когда вы зайдете по моей ссылочке, да, по аффилированной ссылочке, это, кстати, аффилированная ссылочка, если вдруг кому-то непонятно, вот, и вы можете 30 дней попробовать бесплатно. Смотрите, вы заходите, регистрируетесь, вот, это будет бесплатно, но... Желательно, вернее, нужно, чтобы у вас была финская карточка, иначе это не пройдет, ребята. Вот, вводите свою карточку, и потом, когда 30 дней проходит, либо вы отписываетесь от сервиса, вдруг вам не понравилось, откуда я знаю, ребята, все мы разные, либо у вас продолжается подписка. Вот, поэтому следите за этими 30 днями, можете все попробовать, все здорово и все классно, как всегда, вот. В общем, да, ребята, и можно всегда отписаться от них, как бы проблем никаких.
Ребята, учите финский. Читая, это всегда очень здорово. Я английский сейчас учу, не только можно финский учить, я вот английский сейчас учу через это приложение. И я прям вот свято верю, что... Во-первых, я верю, что у меня увеличится словарный запас в английском, а во-вторых, если вы будете читать, слушать и так далее, то у вас будет и говорение, и чтение, значит, прокачано. А если у вас есть животные, хомяки, собаки, кошки, вы можете им читать на слух. У вас будет и говорение, и чтение в одном флаконе. Читаем хомякам, значит, всяким утятам, кого найдете на улице. Ребята, вот кого найдете, тому и читайте. Читайте младшей сестре. Ну, лучше, конечно, собачонушу, ребята. Он вам ничего не скажет, он будет только вилять хвостиком. А это только win-win, Тиланне. Да. Ребята, что ж, спасибо за просмотр. С вами была Настя, Unschooline. Обязательно переходите по ссылочке, регистрируйтесь. И пока-пока!